Неугомонная озорная малышня. Взволнованные родители и представители дошкольного учреждения в деревне Клейники встречали многочисленных гостей. И повод для такого оживления – весомый – новоселье. После частичной реконструкции старого и строительства нового корпуса свои двери распахнул усовершенствованный детский сад. На торжественной церемонии открытия прозвучали слова о том, что данный объект построен по инициативе областного исполнительного комитета. Однако губернатор региона Константин Сумар частично эти слова опроверг. Он подчеркнул, что инициатива таких строек принадлежит молодым семьям, которые пополняют ряды счастливых родителей. А государство только помогает и поддерживает такие стремления. Это знаменательное событие для нас. Это не по инициативе облисполкома. Это по инициативе вот этих молодых мам и пап, которые заставляют нас делать все возможное, чтобы создавать новые места, в том числе и в детских садах. И надо сказать, что именно за последнее время, и не только в Клейниках, а вообще на близлежащих деревнях, городу Бресту, Барану, Чемпинску, очень много у нас появляется молодых семей и рождается очень много детей. Именно благодаря тому, что вот та политика, которую проводит президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко в плане поддержки молодых семей, семей многодетных, она как раз и помогает поддерживать демографию в нашей стране и в нашей области. Ясли-сад в деревне Клейники построен в сжатые сроки. Работы начались в мае текущего года. Их главный итог – сегодня дошкольные учреждения могут посещать 120 малышей. Раньше эта цифра не превышала 40. Стоимость объекта немаленькая – около 13 миллиардов рублей. Однако сейчас можно смело говорить, что для гармоничного и всестороннего развития ребят созданы все условия. Работы шли так напряженно и в выходные, и до темна. Надо сказать, что строители старались, понимая, что мы, когда закрывали садик на лето, собрали родителей и пообещали им, что до 1 сентября мы, вот, если можно сказать, старое здание мы запустим, и остро нуждающиеся, что вот необходимость такая, что дети должны уходить, они с 1 сентября уйдут в садик, а к ноябрю будет закончена вторая часть. В принципе, мы то, что пообещали, выполнили. Выразить свою благодарность словами порой было сложно родителям дошколят. Просторные комнаты для отдыха, игр, оборудованные площадки на улице и спортивно-музыкальный зал в здании. Все это составляющие настоящей страны детства, где каждому малышу будет спокойно, тепло и уютно, почти как дома. Я думаю, что мы, родители, наши преподаватели, дорогие и любимые, сделаем все, чтобы это здание было всегда наполнено детским смехом, всегда было таким светлым, чистым. Большое всем спасибо, кто был задействован в реализации этого проекта. За материальные средства, которые были вложены, потому что вот инвестиция в детей, это, мне кажется, ну, это инвестиция в наше будущее. Главная ценность строительства данного учреждения – это снятие напряженности в вопросе определения ребенка в детский сад для жителей 16 близлежащих населенных пунктов. Однако пока далеко не везде ситуация складывается подобным образом. В некоторых районах Брещины еще существуют подобные проблемы. Но, по словам губернатора, в ближайшее время они будут решены. Города развиваются, и особенно развиваются крупные деревни вокруг городов, таких как Брест, как Барановичи, как Пинск. Поэтому у нас как раз и есть проблема, покуда остается именно с детскими дошкольными учреждениями в Бресте, самом Барановичах и Пинске. И еще в нескольких деревнях крупных, вот Брестского района, я их назвал сегодня при открытии. Но у нас для этого что-то есть своя программа, и мы планируем в ближайшие вот еще 3 года построить минимум 7 детских садиков для того, чтобы эту проблему в какой-то степени уже по большому что-то разрешить. И это мы сделаем обязательно. Как бы пафосно ни звучали следующие слова, но дети – это действительно самый главный капитал. Это наше будущее. И от того, как они будут воспитаны, какие ценности в них будут заложены, зависит, в какие цвета будет окрашен и наш завтрашний день. Открытие подобных дошкольных учреждений – это большой подарок не только для тех ребят, которые уже обживают новые, просторные и светлые апартаменты их родителей, но и для каждого белоруса.